Торговля – дело хлопотное и небезопасное. Прошлой ночью в районе 2 часов двое в масках совершили разбойное нападение на круглосуточный магазин фирмы «Лотос» на улице Фрунзе. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали из кассы 18 миллионов рублей. Охрана существенного сопротивления не оказала. Органы внутренних дел и персонал фирмы от комментариев воздерживаются. Впрочем, ни те, ни другие не могут припомнить у нас в городе что-либо подобное.